Приехали спасатели на площадку. Видите, когда надо снять сюжет, тут и Игорь появляется. Игорь. Круто, вот это. Да, Ярослав, я слушаю тебя внимательно. Слушай, Ладушка высказала идею, что нужно отснять сюжет, что требуют люди, дизайнеры-презентологи. Дизайнеры-презентологи? Ну да, кто может быть полезным с точки зрения сторонней презентации. Да, потому что Ладушка сейчас разрабатывает дизайн. Кстати, да, сегодня хороший день. Мы уже начинаем воплощать наш проект. То есть каждому человеку по камере, чтобы он наснимал, что происходит, что общается, фиксировано все. Вот, пойдем. Презентологи-то. Жень, мы уже воплощаем, короче. Сейчас ты говоришь, наш небольшой эксперимент. У каждого, помнишь, мы говорили, система, где реалити-шоу, все привязаны к камерам, все, что говорится, записывается. Вот. Мы привезли к Бедине. Даня тут же изучает. Поднимай камеру, не надо к ней привязывать. На сегодняшний момент. Что с презентологами? Презентологи? Да, нам нужны люди, которые умеют составлять презентации. Да, конечно. У нас уже двое работает. Этого достаточно? Игорь, нам еще нужны презентологи. Нам нужны хорошие дизайнеры, которые в корне соображают, у которых есть осталось еще немножко творческого мышления. Чтобы креатив применить свой, чтобы были определенные интересные картинки. Ну мы два ночи выезжаем. На сайт веб-дизайнер должен быть обычный дизайнер первого. Хорошо. Да, никуда обращаться. Тысинский морской клуб. Группа ВКонтакте. Звоните по телефону 8-968-784-0475. Можете, если что, прослушали, еще раз перемотать назад и прослушать, записать. 8-968-784-0475. Тебе удалось посмотреть документы, что я тебе услал. Под видео желательно написать это. Ждем. Возможно, под видео этот номер мы есть. Ждем тебя, человек вспомнит. С талантом, который сможет нам помочь. Александр, человек решения, который на себя берет обязательства, их исполняет прям целиком, полностью и с достоинством. Мы ждем тебя. Хотелось бы какое-то получить критическое замечание. Слушай, а биржу задач можно снимать? Конечно, можно. Нужно даже. Люди, берите на себя задачи. Мы хотим. Мы не успеваем всем заниматься. У нас есть вот биржа задач. Каждый желающий может выбрать себе задачу. Нет, ну мы-то их успеваем делать, но можем быстрее, если вы присоединитесь. Да. Выбирайте себе задачи. Синие, это которые уже в процессе, черные, это которые совсем слабоватые. Вот, так что. Уважаемые люди. Ну там часть нужно вытеснить, там уже старая. Часть. Ну, уже еще меньше надо вам. Вы можете успеть помочь нам только в этом сезоне, только в Косинском клубе морском. У вас есть такая возможность оказать непосильное содействие и нанести пользу нашему проекту. Добро пожаловать, наносите пользу миру и будьте счастливы. Прекрасный вид, очень облагораживает и успокаивает нервную систему. Слушай, а спасатели часто приезжают? Они воды приехали набрать. Я понял, это часто бывает? Ну, раза два в день бывает. Раза два в день? Да, заезжают. То есть два раза в день регулярно, каждый день? Да, стабильно. Стабильно. Не, ну это нормально, то есть мы как бы интересуемся, общаемся, какие происшествия, все спокойно. Они подъезжают. Давай сделаем, предложим людям, которые приходят сюда, бизнесмены, главы, ну разные рода люди. А может пойдем с ними сейчас прокатимся по озеру, короче, снимем на камеру, пойдем. Сейчас пообщаемся. Термосочек, да, когда они приезжают, им выдается термосочек с чайком и ван-чаем. Хорошая тема. И они термосы меняют, просто пару термосов. И их всегда ждет горячий чаек.
назад наш проект по развитию нашего района. Здесь. Или можно Рябцеву, а можно же, я у него, наверное, спрошу. Жилеты оденем? Жилет, да. Ну, конечно, жилеты обязательно. Как иначе-то, наплав средства. Александр Анисимович, это начальник МЧС станции. Да, Александр Анисимович, добрый вечер. Я хотел задать, вот сейчас ваши ребята подплыли к нам воды набрать в колонку. Вот, а мы здесь как раз сюжет снимаем про наш район, про ну, краеведческий такой сюжет, экскурсионный. Вот, можем мы с вашими ребятами сейчас по береговой линии прокатиться, просто показать зеленый пляж, вот МЧС и наш пляж обычный, который официальный. Как вы думаете? Правильно? Вот, ну, я думаю, тогда мы жилетики оденем, все технику безопасности будем соблюдать. Вот, и просто... И не исправить даже. А нет, она там сейчас на станции сидит. А Денис на станции сейчас? Да, да. Да, на станции. Вот здесь есть сейчас один из сотрудников. Вот Александр Анисимович. По поводу экскурсии хотели проекцию. Снять видео. Да, все, сейчас приедем. Давай. Только громче говорить надо. Да, ну надо, ну мотор, я не знаю, я расскажу про тот берег, то, что там была сталь литейная. Вот, и легенду про ботик Петра. Ты тоже с нами? Да, конечно, да. Опять же. Это оператор, будущий президент.
Вот. Сотрудники МЧС согласились оказать нам помощь. Вот. И сейчас мы проследуем по береговой линии Белого озера, покажем окрестности и немножко расскажем про историю нашего района. К сведению, что в нашем районе крепостное право отменили на 15 лет раньше, чем вообще по всей России. То есть дали вольную крестьянам. И испокон веков здесь, в Косино, ну так повелось, живут свободные люди и создают вот такие вот прекрасные чудеса, как наш храм. Вот. На протяжении 700 года постройка, вот, кстати, с левой стороны мы сейчас можем его видеть, храм Косинской Модернской иконы Божьей Матери, она была привезена сюда графом Шереметьевым. То есть по поручению Петра граф Шереметьев отправился за границу для того, чтобы собрать различные чудеса, всякие интересные подделки и привезти, показать Петру, какие вообще там произведения искусства за границей есть. Вот. И он заказал в Мадере, то есть это город такой Мадера, написание иконы, иконы Божьей Матери. Вот как раз таки привез ее Петру, и Петр подарил эту икону нашему храму. Вот. И с тех пор он называется храм Косинской. Ну, храм по-другому называется, но там есть эта икона. Вот. Кстати, там не один, а три храма. Если зайти на территорию, можно увидеть то, что там есть вот этот один храм с левой стороны. Здесь вот второй храм и деревянный еще храм там дальше есть. Тоже очень интересно пройтись там. Садик хороший, розы растут. А, да, слушай, большую часть также храма... Вот видите, у нас здесь лошади недалеко от береговой линии Черного озера. Есть конный клуб для детишек. Там женщина, у нее 4 русских рысака, вот, и пони небольшой. Вот, можете приходить, записываться. Ну и вот отдыхающие. Это естественный. Вот виден храм. Вот храм, кстати, да. Вот здесь можно брать лодку на прокат, инструктора и фотографироваться. Пройти обучение. В чем плюс быть членом клуба? Члены, сейчас не про клуб история, ты что? Ну давай. Сейчас краеведческая. Но можно, конечно, туда. Это точка для фотографирования. Это очень интересный ракурс для фотографирования. Не, можно. У нас же есть. Да, кстати. Это мы расскажем чуть попозже. Давайте дальше. Во второй части нашего киносюжета о клубе конкретно, да, мы будем рассказывать. Вот. А дальше у нас идет вот береговая линия. А здесь. Купаться запрещено, в принципе. Ну, люди вот отчасти, да, разве бывает. Ну, детишки плещутся. Это потом все поубираем, я думаю, история никакого отношения не имеет. Нет, история просто 25 июля 2014 года. Глубина озера 28 метров, акватория километр на километр. Кстати, если посмотреть со спутника на Белое озеро, она в виде сердца, то есть как сердечко такое. Вот. И очень символично, что Черное и Белое озеро связываются маленьким мостиком. То есть это переход из Черного в Белое озеро. Мы будем проезжать чуть дальше, там это будет видно, мостик. Косино. Хотя и является Москвой, но сохранила свой и архитектурно-исторический облик. То есть здесь есть улица Большая Косинская, на которой ряд интересных архитектурных сооружений. Кстати, там планируется небольшая слобода, ну, в дальнейшей перспективе развития, так как часть домов уже являются памятниками архитектуры, сохранить их и оставить такую, как Косинская слобода, с объектами архитектурного такого назначение. Вот здесь вот у нас официальная зона, отдыхающие, все оборудовано. Кстати, в пятницу, и довольно-таки странно, что мало людей. Обычно людей бывает больше. Здрасте. Че, Андрюх, там клеить, я тут лаю. Обычно, да, людей бывает больше.
А так, в принципе... Так, в принципе, получше. Ладно, вот здесь традиционно проходит Кубок Белого озера по пляжному волейболу. Кстати, там очень хорошая площадка волейбольная. В этом году тоже планируется. Это в августе месяце где-то будет. Вот поэтому всех приглашаем, либо команды, либо просто зрители, принять участие в Кубке Белого озера. Одно время, ну там находится стадион «Локомотив», довольно-таки хороший стадион, Советского Союза остался. Сейчас на нем никто не играет, но поле, в принципе, сохранилось. Поэтому можно прийти, там футбол поиграть. Погода, такое небо чистое, не жарко. А кстати, не знаете, почему что-то отдыхающих? Вроде пятница, да? Все, наверное, из Москвы поуезжали уже, все в отпусках. Ну просто не пятница. Не жарко тут. А мы начинаем приближаться уже к ВСС Касино, поисково-спасательная станция. Здесь всегда все хорошо и спокойно. Вот, хочу сказать огромное спасибо нашим спасателям, что они своевременно реагируют на все наши какие-то заявки. То есть и мы сотрудничаем с ними, поэтому, как говорится, вода ошибок не прощает. И нужно смотреть, чтобы все было спокойно и хорошо. Мы приближаемся уже к мостику, который соединяет Белое и Черное озеро. Мостик находится с левой стороны, можно передвинуться туда. В джунглях, да, если честно, ощущение такое, мангровые леса. Вот как раз. И там еще одна акватория Черного озера. Вот. Кстати, там достали танк Второй мировой войны. Вот, и он был в идеальном состоянии, то есть как законсервированный новый танк везли на фронт. Вот, и обнаружили его потом. Уже в наше время достали, очистили. Вот, и мы приближаемся к Осинскому морскому клубу. Сейчас строится культурный объект, музей ботика Петра Первого. Наш район еще чем славится, что здесь в свое время Петр Первый не только икону подарил, но и когда был маленький, он... Не забываем далеко от берега. Он здесь пробовал свои первые шаги. У него